Всем привет! Мы снова с вами вернулись в этот лес прекрасный, за грибами. Вот прошли примерно метров 200, поснимали грибов. Посмотрите вы, красивые получились кадры. Но да только они несъедобны, эти грибы. Пойдем искать съедобные. Вместе с вами за грибами пойдем. Пошли. В лес я приехал позже, и поэтому грибники уже здесь все вытоптали с утра, собрали все грибы. Нужно идти вглубь, там, где их не было. Часто грибники не подходят ближе к обрыву и теряют тем самым добычу. А я всегда подхожу. Ух ты ж, что это за гриб? А что это за гриб? А, ничего себе. Так это мухоморчик или... Да, да, это мухомор. Интересный такой. Ну, это не молния. На прошлой неделе оставил вешенки, маленькие такие были, вот подросли красавчики. На этой недельке нужно будет их собрать. Такое. Ага, вот они еще, малышня растет. Наши вешенки подросли, надо их собрать в огромный пакет, небольшое количество вешенок.
Но они такие вкусные. Берем, 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 берем. А были малыши. Вообще малыши. А сейчас вот такие. Крупненькие. И очень вкусненькие. Да. Спасибо этому дереву. Идем к другому. Вот. Ого. Угу. Ну короче, обойдем. Посмотрим. А эти грибочки не здесь нет. Самое, что у меня есть, опята. Будем снимать. Лисички. Лисички. Очень вкусные лисички. Рыжие. Очень классные грибы, черные лисички. Я уже про них рассказывал. Они очень вкусные, их очень много. Вот, насобирал. Беру только самые крупные. Ем их уже не первый год. Очень вкусные грибочки. Очень рад. Я очень рад, что эти грибы мало кто собирает. Потому что они растут, размножаются, их очень много. И это приятно. Нашел опять вот такие огромные. Во! Видите? Но правда не все из них пригодны к употреблению в пище, потому что уже есть старенькие. Видите, вот старенькие. Но я возьму молоденьких, которые очень вкусные. Смотрите, они огромные такие опята вообще. Как бы, ну тут просто. Вот. Видите? Очень вкусные опята будут. Я их приеду домой. И замариную. Будет очень вкусное. Ура! Это праздник! Я это сделал, я это нашел. Ура! Ну, что туда можно? Это уже хорошо. Вот они растут такими огромными пачками. Вот. Смотрите, какие. Очень красивые. Красивые, вкусные. Красивые и вкусные. Вот они. И этот возьмем. Короче, вот они все.
Вот мы их берем. Пачки прям. Оп. Смотрите. Видите, какие красавчики. Они божественно вкусно пахнут. Просто обалденно. У меня аж слюнки потекли. Снимаем дальше. Снимаем, наслаждаемся. Наслаждаемся находкой. Вот. Жаль, конечно, что некоторые из них уже в зрелости, в такой их уже нельзя брать. Мы их оставим. Пускай размножаются. Туда, в дерево засуну сейчас. Пускай. Ага, в дерево засуну. Дерево-то, походу, еще... Дерево еще расти и расти много лет. А пятушки его уже поедают. Вот это гриб. Я не знаю, что это за гриб, но он несъедобный. Мы его трогать не будем. Это не опята. А вот это опята. Главное не путать. Если рядом с опятами растут какие-то... Вот видите, вот старая пачка, прям огромная, старая. Ее кто-то выбросил. Ее кто-то снимал. Там очень много грибов, кстати. Или они просто упали туда. Ну, вот они. Вот они, опята. Вот, старенькие. Да. Эти пойдут на сковородочку. И пойдут еще на маринад. Замаринуем мы их и будем кушать. Вот это находка. Вот это уже, можно сказать, не зря сходил в лес. Смотрите, самый крупный снимаю. Самый крупный опенок. Вот. Вот он. Самый крупный. У-у-у. С мою голову, да? Они так вкусно пахнут. Хоть бери прямо сейчас, кушай. С такой находкой. Здесь. Скажи. Мы их можем пожарить. Ой. Так. Кто ищет, тот всегда найдет. Я уже думал, сегодня не найду. К тому же здесь побывали уже любители. Так, это мы оставим. Это кушать нельзя, пускай. Появилась у меня такая одна мысль. Кто приходит в лес с огромной сумкой, тот оптимист. А кто приходит в лес с маленькими пакетиками, тот пессимист. Так вот, оптимистам везет, они находят много грибов, а пессимисты мало. Вот я оптимист. Посмотрите, что у меня получилось сегодня. Вот. Там на дне еще лисички и вешенки. Ну, круто. И так примерно, но... Килограмма 3 будет, да. Нашел целую поляну ежевиков. Очень вкусно. Вот полез за ними. Не все так просто. Достать сложно, но я достану. Красавчики. Так. Пойдут сегодня на сковородочку. Красоты, стой. Ура! Ежевики вкуснейшие! У-ху! Во! Очередная
партия очень вкусных ежевиков. Очень вкусных. Они жареные, прекрасные. И даже вот еще нашел. Смотрите. Вот еще есть. Вот ежевичок растет. Вот. Вот. Я его тоже сниму. Очень вкусные ежевики. Вот он. Очень вкусный. Я уже хочу есть. Я уже хочу жарить грибы. Надо срочно мчаться к машине и к печке на кухню. Пока я поднимался к машине, нашел еще целую поляну грибов в одном местечке. И еще нашел вот такие огромные белые грибы. Чудесные, вкусно пахнущие белые грибы. Это гриб раз. Это гриб два. Это маленький грибочек 3. Итого получается вместе с шапкой примерно килограмма 4 минимум, а может быть 4,5. Вижу белый гриб, иду за ним. Белый гриб. Ну, они разные бывают. Белые грибы бывают разные. В данном случае это считается польским. Это польский гриб. Но он не менее вкусный. И даже мне очень нравится замаринованный. Очень вкусный гриб. Ну вот, нашел. После того, когда уже закончил собирать грибы, нашел еще один. Ура! Ура! Решил заглянуть в просеку напротив. И нашел там огромную кучу белых грибов, ежевиков, дешево. Еще где-то килограмма полтора минимум. О, вот теперь все, теперь поехали домой. Сейчас к машине приду и покажу вам все грибы, которые я собрал, чтобы вы видели, сколько их. Ну, короче, кайф. Спасибо.